29 марта в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий состоялась презентация для студентов совместной магистерской программы Petroleum Engineering, которая реализуется на базе Казанского федерального университета и Лондонского Imperial College. Мы будем отбирать лучших студентов. Во-первых, это обучение будет на английском языке и в России, и в Лондоне, естественно, так сказать, да. И, конечно, вот ребята должны быть как бы очень продвинутые и очень такие целеустремленные, и очень талантливые, работоспособные, потому что программа очень тяжелая для освоения. Благодаря этой программе студенты смогут бесплатно учиться и получать стипендию в Лондонском Imperial College, так как обучение будет оплачивать British Petroleum и Роснефть. Пройдя специальное собеседование, будущие магистры будут учиться 2 года, первый год в Казани, второй в Лондоне. Практику они будут проходить, значит, после первого года обучения на предприятиях Роснефти, BP, Роснефть, в России, вероятно, всего, чаще всего, наверное, да. А вот второй год уже будут писать дипломную работу, ну, диссертацию, вот, уже в Лондоне. Также в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялась ярмарка вакансий, где студенты смогли непосредственно у представителей компании узнать о перспективе прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в компанию. Пожалуйста, спрашивайте, какая зарплата, как там начальник хороший, плохой или все, спрашивают. Где жилье, какое жилье будет, какие перспективы роста. Надо спрашивать все. Алсу Саттарова, Александр Юдин, Универньюз.